5 лет Диамант на сцене, в зале человек 200. Не такая уж многочисленная армия поклонников, но зато самые преданные. Заниматься очень тяжело. Приходят, пробуют, бросают. Особенно дети думают, что кнопочку нажал, все, ты уже артист, костюм одел, ты танцор. Это на самом деле это огромный труд, это оттачивание движений за дня в день. Это стараться, хочу, не хочу, это нужно заниматься. Непонятная ситуация с Домом культуры «Дружба» прилично тряхнула нервы коллективу «Диамант». 4 месяца репетировать было негде. Почти все мальчишки ушли из танцев в спорт. На юбилейный концерт спортсменов пригласили в первую очередь. Девчонки использовали женскую хитрость. Очень надеются, что ребята увидят свой родной коллектив на сцене и обязательно вернутся. Хотя новичкам в «Диаманте» тоже рады. Серая мышка какая-то из мышонка, как говорится, вырастает. Смотришь, вот в утенка превратился ребенок, а потом в лебеденка. И потом смотришь, а уже лебедь вырос. Мы в школе даже сами придумывали танцы. Да. Родители, глядя на своих маленьких плюсунов, тоже решили развивать талант. Просит Оксану поставить танец специально для них. Хореограф только за. Танцу, говорит она, все возрасты покорны. Светлана Мусаева, Марина Медведева, Игорь Антонов, Телемикс.